После сцены мы подождем большого количества для того, чтобы делать это невероятно, для того, чтобы это было классно и для того, чтобы... Друзья, всем доброе утро. У нас сегодня 13 июля 2024 года. И мы идем на фестиваль красок. Я совсем не успеваю записать вам подводку, потому что мы уже опаздываем на целый час. Но в любом случае, я думаю, что там еще разогрев будет. Вот, идем без девчонок. Я иду со своей подружкой. Так что всем доброе утро. И давайте пойдем вот так вместе с нами. Друзья, мне страшно туда идти. Идем на звук. Нас собрали прямо при входе. Да, вот там видно. Я даже не успела еще это. Ну, начать съемку. Они уже обрызгали. Я не успела включить, когда тебя сыпали. Не буду вообще тогда выключать. Мне руки не ждали. Я тоже камчам рыскала. Меня сразу обдали с ног до головы. Еще даже не было запуска вот этого основного. Запуск через каждые полчаса. Я даже не успела вообще ни технику подключить, ничего. Я хотела на фотик хорошие кадры сделать, но в итоге все. Как такими руками делать? Это не я. Пошли бегать. Начнет первый куплет, а вы подхватываете. Давайте. И припев, и ручки выше. А погромче. Ждем большого количества для того, чтобы делать это невероятно, для того, чтобы это было классно и для того, чтобы это было ярко. Ну что, друзья, через несколько минут мы сделаем с вами большой зал. Вы готовы? Как-то слабовато! Вы готовы? Здорово! Круто! А кто уже пел песни с космонавтом?
космодромом. Только прям так, чтобы голос порвать. Давайте, друзья, тоже продолжим. Не надо стесняться, нужно отбросить все свои сомнения. Нужно отбросить все свои какие-то страхи, раскрепощаться сегодня здесь, на фестивале, на самом ярком фестивале красок Color Fest. Пока мы готовимся, наши музыканты готовятся, я предлагаю обрести теперь весь стадион «Локомотив». Каждый из вас максимально громко! Раз, два, три! Вот это здорово! Это отлично! Это показывает ваш уровень настроения. Он должен быть где-то возле цветов. Как только ребята, группа... А так будет красиво. С вами сделают обратный отсчет. Мы запустим здесь в небо. Дамы и господа, леди и джентльмены, встречайте еще одни музыканты, которые готовы удивлять вас живым звуком. Все, все готовы? 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ну, а теперь удивляться. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. По полям, красным разъедем там, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. Вы готовы, дети? Я не слышу, вы готовы? Песенки, кто там песенку поет? Отлично! Вы готовы прыгать? Прыгай!
вот-вот уже будет. Смотри, какие есть рукомойники. Сейчас будем пытаться здесь отмыться. Можно я не буду показывать результат? Но я даже, по-моему, отмылась без зеркала. Вот в тех рукомойничках.